такой маленький? Хе, кажется, я могу пошутить про это. А? Но ты все еще женушка. Мне надоело видеть его. Эти звездообразные глаза. Эти отвратительные чернила на лице. И этот бесполезный шаг. Что? Но меня это устраивает. Мам, я чувствую эту боль снова. Я умру? Конечно нет. Ты будешь в порядке, мой маленький стар. Ладно. Ничто не исцеляет. Если это продолжится, стар может умереть. Твой кот Кросс. Он разрушает его. Что-то случилось? Прости меня. Язак! Азур? Привет, сэр Руфус! Как ты? Привет! Кто-нибудь убейте меня прямо сейчас! И последний идет крыша, и ничего не пойдет не так. О нет, все пошло не так! Бла-бла-бла! Я не говорю бла-бла-бла. Та-да! Хей, Эрор, какой из нас настоящий Инк? Вот в чем вопрос. Что ты делаешь? Фактически я хотел сделать это один раз, как и я. Ха-ха-ха, чушь. Инк, у тебя нет этого времени. Мы должны вернуться прямо сейчас, Инк. Да? Что, Эрор? Я пойду с вами, верно? Угу. Сэр Руфус, вы снова спасли меня. Спасибо. Не нужно благодарить меня. Ничего не было. Я так больше не могу. Я хочу быть с ним всю жизнь. Я безумно влюблен в вас. Ты смеешься надо мной или что? Зачем вы пали так низко для простого кузнеца, как я? Вы больше, чем сэр Руфус. Вы самый сладкий, самый заботливый человек, которого я когда-либо встречал. Мои моменты с тобой — это то, что я жду с нетерпением каждый день! О, мой бог! Он собирается сказать что-то! Скажи «газели», «газели»! Нет, скажи «суви», «суви»! Нет! «Сувери»! Ей-богу, милорд. А? Ха-ха, привет, блядь. Ха. Он мне показывает неприличный жест. Блядь.